целях выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения Одинцовская госавтоинспекция провела профилактический рейд «Нетрезвый водитель». Автоинспекторы останавливали автомобили и по визуальным признакам оценивали состояние водителей, напоминали о недопустимости пьянства за рулем, вручали тематические листовки. В ходе рейда было проведено более 100 автомобилей. Ни одного нетрезвого водителя выявлено не было.